Здорово, Бог-бат. Ебать, я брос. Ёбк ты. Привет, Респект. Йоу, МС Скват, МС Собака, МС Героические Пацаны из Томска. Это все те МС, которые тусят вместе с нами. В рот ебал всех. Иван, ты куришь? Нет, не курю. Я занимаюсь спортом. Я играю в шахматы. Бэм, что покушал сегодня? Сегодня я съел супчик и плов овощной. Ну, плюс запил все это приятным сухофруктовым компотиком. Ваня, ты как муслим? Я как муслим. Как муслим Магомаев. Где обещанный фит сын? Не знаю. Покажи новый флоу, плиз. За бабки я показываю флоу. За бабки могу показать вам флоу. Как там ежемесячно? Ежемесячно все заебись. Все по кайфу. Бэм. Добрый вечер. Как настроение? Настроение охуенное, но... Не очень настроение. Потому что настроение, в принципе, такая штука, что... Его никогда не бывает, заебись. Ты знал, что у тебя самые пиздатые стримы в инсте? Я еще не знал. У Славендры отжал бабки. Какие бабки? Бабок. Ваня, сушка и паны. Сушка, передай привет, плиз. Без Слонееву, Кантемиру. Привет, любимый. Привет, любимый. Как относишься к новнейм вообще? Просто охуительно ко всем отношусь. Мозь Монтана, бро, нормальное дерьмо. Кря. Батлы скоро. У меня ДНБ за, посмотри в мои глаза. Дис на Джонни Боя скоро, текст написан уже. Скоро на Дис на Джонни Боя, скоро все будет заебись. Я так понял, за мая в ближайшее время выйдет альбом, посмотрим. Гуччи линзы купил? Не, пока не купил, но обязательно куплю. Гуччи линзы, вонючий как славит, вообще заебись. Когда антихайп закроется в декабре? Как относится к Гакилу, охуительно. Ваня, где концерты Ежи? Будет в августе. Приходите в августе. Ваня, когда в Хабаровск? Не знаю. 1,5 ка. Блядь, мне Слава 1,5 ка теперь должен, ребята. Я очень рассчитывал на эти бабки, а у меня их теперь нет. Нужно было 1,5 штуки. За Май соска ебаная. Лучше бы вместо за Мая батл со Славой. Кто такой Оксимирон? Оксимен. Я ебашу за братву. Положили на траву, Оксимен, подходи в мою дебу, пудебу. Вы, Слава, трахаетесь? Нет, я не трахаемся со Славой. Заебись, конечно. 13-е, по-моему, августа. Ирис ежемесячный скоро будет. Пусть он тебе очки Гуччи купит. Посмотрим. Скорее всего, все-таки получится. Решил продавать сигны. Теперь я всем продаю сигны. Ребята, если вам нужна сигна, то пишите мне в директ, мы договоримся с вами о цене. Вот, поэтому отныне я сигна-король, понимаете? То есть, ну, мне кажется, что... Такая вещь, как сигна, их очень недооценили, понимаете? То есть, сигна это... Ну, настоящая тема. Это то, что двигает вперед русский рэп. Привет, Ванечка, как настроение? Все отлично. Вообще, мое любимое настроение, это когда мне дают бабок за сигна. Пиздец, ты конченый. Да, еп. Бедный рэпер продает сигны шок без СМС. Регистрации. Не, вы не шарите. Если бы я продался, там, я не знаю, за какую-нибудь такую неуматную чепуху, типа... то был бы нет. А типа сигны, блядь, ну иди нахуй, тупо пиздец. Сигна это будущее, сигна это прошлое, сигна это настоящее. Только за сигны можно вообще что делать. Сигну на члене сделаешь? Нет, за член я не делаю сигны. У меня нет члена просто, поэтому я не делаю сигны на члене. Как относишься к Букеру? Вот нормально к Букеру отношусь, мы с ним так и познакомились. Как бы я сделал ему сигну, и теперь...
Мы вместе, мы уважаем друг друга, мы обмениваемся сигнами периодически. Так что, если тебе нужна сигна от Вали Неймс, напиши мне в личку, мы договоримся. Но бабок много стоит, сразу говорю. Настоящие сигны. Бля, рил закроет селеров. Когда в Телеграм? Телеграм, не знаю, когда в Телеграм. Рэп, перископ, сосите, хуй, еп. Не, на члене не делаю сигны. Будешь стримить на Ютубе? Да можно, можно. Мне сейчас просто негде стримить, потому что так получилось. Слышал про ближайший батл Тупора? Чё-то слышал, да. Когда в Телеграм зайдете? Ну, когда-нибудь зайду. Сигны сближает, вот. Сигны сближает людей. Сколько будет сигна стоить? Сигны все в личку, я всем расскажу. Сигна не заразная, нет. Почему ты хочешь устроить батл с Женебоем? Я хочу поговорить с Джоником. Я хочу поговорить с Джоником и, типа, нормально пообщаться. Вань, скажи, да иди нахуй, ты заебал. Ты мне тут хейтишь, я не буду ничего тебе говорить. Годот стримить. Да мне негде сейчас стримить, ребят. Я бы с удовольствием постримил, но мне сейчас негде стримить, не на чем. Вот, так что такая вот тема. Если бы у меня был комп, на котором я бы мог пиздато стримить, то как нехуй делать. Эсконфа батл. Е, Артем, привет. Я тебе хуем зубы выбью. Ну, не думаю. Симпу в чат. Симпу в чат. Сосет не антихайп, сосет ебаный Краснодар. Еп, какие самые топ-3 трек у Эрцкого. Блять, ну, мой любимый это строитель по-любому. Потом сиськи в тесте и, не знаю, и деревенский парень, наверное. Трек со Славой. Да я тебе разве мало треков со Славой? Большой пожар в твоей голове, большой пожар в твоей... А что у тебя с компом? Ну его нет у меня сейчас, мне сейчас нужен компьютер. Компьютер, на котором я бы мог стримить. Славка дал 1,5 косаря? Нет, не дал мне 1,5 косаря, пидор ебаный. У тебя же был комп вроде, ну было, сейчас нет. Смотрящие это видео на Ютубе, подписывайтесь на меня, иди нахуй. Я хожу в туалет без стука, еееп. Не закрывайте антихай. Бля, под декабря один хуй. Под каким ником ты записываешь треки? О, под ником Джонни Бой. Как ты относишься к Джонни Бой? Нормально. Когда новое такое шоу Бедоеда? Новое шоу Медоеда. Почему такие бичи в чате? Еп, ты будешь на Мухтаре СД? Конечно, буду. Гошина шалава раздевай. Сколько у тебя ММР-доты? 5800. Будет совместная с Светушечкой? Да, будет песня совместная. Представим на нашем концерте. Нахуярим. За стиль лога на худи не предъявляли? Там типа авторские права и что? Ничего не предъявляли, нет. Здорово, Вань, ты лучший. Еп. А сигна еще пизжит. Мэн, почему в продаже больше нет черных кепок антихайпа? Ну, можно замутить. Отношусь. Когда уже вас порвать на битах? Хуй знает. Ваня легко нацарапает текст на спине продавщицы. Да, почему нет? Почему нет? Почему не нацарапать текст на спине продавщицы? Как к Кинси относишься? Ну, не знаю, как к маленькому недоразумению. Как не проебать Дети Мок? Я не знаю. Не в курсе. Не в курсе. Ваня ЛГБТ или Слава КПСС? Ну, Слава в ЛКСМ скорее. Вот это нормальная движуха, типа как Слава в ЛКСМ. Гриша сигны делает, ну тоже через меня все, так что хуй знает, посмотрим. У Гриши дороже раза в два все это получится. Как Гриша? Гриша вообще нормально, на хайпе. Сними очки в хате, заебал. Да я не в хате, я на свежем воздухе. СД на битах, как такая затея? Да вообще охуенно. Не игнорь. Я не игнорю, мэн. Тебе сколько лет? Мне 17 исполнилось в июле. Был сегодня на параде? Нет, сегодня на канонерке был, там вообще охуительно просто. Ванчис порвет на битах всех, блядь, ну многих. Хочу увидеть надпись «Бишкек» на твоем мерче. Все, это вся хуйня. Ты делаешь сигны за бабки, да, за большие деньги. Код ХС или рэп? ХС рэп. Где Лига Гнойного? Лига Гнойного скоро, с участием Оксимирона, я думаю. Слава ЛГБТ или Ваня ЛДПР? Я же говорю, Слава в ЛКСМ, только так. Зовут батлить куда-нибудь? Ну, так, зовут. Мэн, покури мой пахучий. Гучу. Ему 28. Ванечка, когда батл с Гришей? Как думаешь, Окси выиграет или Слава? Я думаю, выиграет дружба. Выиграет дружба по-любому. Куда деньги кидать? На карту деньги кидать. Скинь номер карты. Поддельный. На ФБ4 пойдешь? Не, на ФБ4 не пойду. Только если меня не позовут. Если мне вышло приглашение, я пойду. Каково быть подсосом Гнойного? Я не в курсе. За мой поэт, да, за мой охуенный чувак.
за мать топовый. Тебе не 17, мне 17, не пизди. Когда в Рязани приедешь? Блять, очень хочу. Я с детства знаю стишок, а у нас в Рязани пироги с глазами. Их едят, а они глядят. Помнишь ты трек Брюки? Конечно, помню. Путин хуйло. Не надо так о легитимно избранном президенте выражаться, пожалуйста, на моем стриме. Когда Фалин МС не успел, Бакунин хуй или заебца? Ну так себе на любителя. Гриш попросит биты помедленнее или быстрее 140 BPM? Ну, как не знаю, у него лапки, ему сложно держать в руках микрофон. Был в Москве на антихайпе, тебя не было. Сори, еп, долбоеб ты. Я же не могу всем нравиться, я же, блядь, не конфетка. Сколько тебе лет, скажи, нормально? Да 17 мне, ебаный в рот. Когда в Балаково поедешь? Наверное, следующим летом. Замайли Овсянкин, да все ребята пиздатые. Мы кто фаворит 140 турнирки? Только Гокила. Я иду за Гокилу топить, например, мне похуй на всех. 28. Не, мне не 28, не пизде. Т7 будешь смотреть? Блять, я бы хотел на Т7, я бы хотел вообще покомментировать, блять, ну плей-офф точно, я очень хочу. Лещ или Шок? Шок, конечно, Шок вообще охуенный тип. Какое любимое место в СПБ? Канонерский остров. Ебашить ответы, ебашить. Ваня, что говорят твои родственники про твое творчество? Они говорят, что мало хайпа. Типа, вот, нормальные пацаны уже поднялись, а ты все без хайпа, типа, что за хуйня, иди продавай сигны. Что с Овсянкиным? Зачем нужна была срочная юриста и почему его нет в онлайне с 23-го? Ну, потому что он сейчас рыбной ловлей занимается. Прическу менять не будешь? Я не в курсе. Посмотрим. У тебя голова треугольная, на в бороду растишь. Ну, чтобы она еще треугольнее была. Серьезно, 28? Не, мне не 28. Калкаха пизжа, синяя. Джигликов МЦ охуенный, еп. Бро, го, горика похапаем. Что такое горика, я не знаю. Помнишь одноклассников своих? Конечно, помню. Почему рассказал про мочу в кроссовке? А что такого тут? Я всем рассказываю. Го, горика похапаем, я возле тебя. Какого горика, мэн? Я не понимаю, что ты хочешь. Чего тебя в детстве учили родители? Ну, что нужно мыть руки после еды, там, допустим. А закон у нас простой. Поел, убери за собой. Вот такая тема. На фоне гнойный кашляет. Гнильный. Что сегодня выпить порекомендуешь? Я не знаю, ну, может быть, какую-нибудь чепуху веселую. Сделай чаечку. Не, не делаю. Не делаю чаечку. Сигны делаю, мэн, я же сказал. Там Гриша на заднем плане кашляет, заболел, что ли? Да не, это не Гриша, это Пахом. Плюхи, бля, плюхи, Пахап. Блядь, какие плюхи, мэн? Ты гонишь, что ли? Пойдешь на батл Окси гнойный? Посмотрим. Какой 17? Тебе в 2005 году было 16 лет. Нет, в 2005 году мне не было 16 лет. Отвечаю. Ты работаешь вообще? Откуда бабки на жизнь берешь? Я сигнами зарабатываю, мэн. А вот напиши мне в личку, я тебе сигну сделаю. Фалин, го фит, есть пиздатая идея. Только за бабки, мэн, за бабки. Все в личку, за бабки делаю вообще все, кроме различных нехороших вещей. Людей его, допустим, не убиваю за деньги. Не вру никому за деньги. Вот сигну делаю за деньги. Югар веселая чепуха? Не, я ни разу не пил, я не советую. Правда, что батл коммуниста против еврея 6 августа. Я не знаю, бля, игнорщик. Лучший фильм с 2017. Легенда 17, мой любимый фильм. Сам себе ник придумал? Нет, мне придумал вот дед. Что будешь делать, когда хайп слава пройдет? Ну, не знаю, я думаю устроиться на самом деле водопроводчиком. Случай бой, ты не русский Ваня, а я русский Ваня и бускилами разгоняю петухов, как топских Павел. Ой! Какая нормальная тема. Фанфики за деньги читаешь? Ну, не знаю, смотря за какие деньги, в принципе, можно и почитать. Ха-ха, ты на Пионерской обитаешь? Не, я не на Пионерской обитаю, переехал, мэн. Так что ищи меня. Ищи меня. И, может быть, ты меня найдешь. Пау. Много бухаешь? Я вообще не пьющий человек. Вообще абсолютно не пьющий человек. Я пью только воду, 2 стакана перед едой. Потому что нормальная тема. Тебе нравится Саша Скул? Да, Саша Скул приятный человек, хороший. Респект Саша Скулу. Бам. Мамкины очки? Нет, бабушкины. Поздравляю Ваня с 18 лет. Мне 17, вы заебали. Подскажите, где в Питере достать на свай? Вот я не подскажу, к сожалению. Как ситуация с Твичом? Все хуево, у меня нет компа и пиздец. Назови цену за фит. Ну, я не знаю, в личку напиши мне, чувак. Договоримся о цене за фит, не вопрос. Салам из Мурманска, Фалин. Еее, мурманские пацаны. Бау. Дать жопу или дать в жопу? Не знаю, мэн, выбирай сам. Тебе 16. Нет, мне 17, мэн.
Пам. Как называется трек со славой «Мы в Америке, ваши истерики, полемики, стримы»? Это песня группы «Многоточие», что-то другое. За кого голосовать будешь на выборах? Я за Путина голосую всегда. Я считаю, что он молодец. Какое образование получил? 3 класса. У тебя на жиднюха вроде недавно была. Не, у меня не недавно была. Как тебе Ники Тики Тави на 140 BPM капе? Ну, не очень нравится. Мне больше Гукила нравится. Я за Гукилу топлю. Привет с Киева. Еп. Как с тобой словиться в Питере? Не знаю, может быть, Сигну купить у меня. 3 сотки и бутылка Балтики 9 пойдет? Ну, такое себе, мэн. Не знаю, я же не пью, я же сказал. Скоро в СПБ приеду 11 числа, где Будимое со Славой увидеть хотел. О, лол. Привет с Петербурга. Спасибо. Ты не красный? Ну, временами бывает. Почему тебе 17? Ну, потому что Путин вроде не будет участвовать на выборах, а я все равно за него голосую. За Владимира Владимировича, блядь. Могут все остальные хуй сосать. Приезжай в Минск, хочу потусить с тобой. Да, конечно, мэн. Замали зал за пятихатку гнойному? Нет, такого я не видел, не знаю. Бахаешь? Нет. Почему Слава тебя не взял нарвать на битах? Ну, я слишком не очень МС, потому что, видимо. Ну, как-то он меня не взял. Ору, Сони Грёзы не пустили на батл. Да нахуй Сони Грёзы на батл пускать, она же конченная, в рот её ебал. На кого русский рэп оставить? На Мози Монтану или на Бульвар? На Бульвара, конечно, и на Мози. Блядь, вы охуенных ребят на самом деле. Еть, Дэн, здорово. У тебя зимой румянец выскакивает? У меня всегда румянец выскакивает. Передай привет Алмате. Е, за май топ. Будут альбомы Ежи ещё? Ну, посмотрим, почему нет. Чай не гей? Вроде нет. Я как бы хуй знает. Вроде нет. Сними очки по-братски. Не, брат. Ему 28 лет, он на год старше Славы. Блять, я не знаю, где ты эту инфу взял, мэн. Она неправильная. Вещи. Загоняю под реку, моя сука, по теку, потому что я с тобой погоняю по реку. Кто такой МС Коряжма? Это мой Кент. За Навального голосует. Да нахуй нужен? Мне он не нравится. Он на зоне же сидел, он опущенный. Слава за Маем ебутся. Я такого тоже не знаю. Ребят, вы спрашиваете какие-то странные вещи. Откуда я знаю вот, ну, об интимной жизни Славы там за Мая? Я не знаю. Вертушка, какой же охуенный альбом. Да, нормальный альбом. За Мая 30, нормально. Мози Монтан роняет землю. Ты когда-нибудь облизывался с парнем? В смысле облизывался, типа... Не знаю, даже странный вопрос. Как ты попал на антихайп? Ну, мне предложили на улице, и я согласился. Может, ты к бабушке сходишь, выпечка, молоко? Там, к бабушка. Бабушка. А говорил за бабки флоу пока. Ну, бабки, за бабки я много чего могу показать. Слава 50 лет, он морщины за очками скрывает. Как попасть в антихайп? Пиши в директ, мэн. Всем галагера подсосом букера в этом чатике. Слышал мышеловка чейни? Слышал. Вещи. Как к реке относишься? Нормально отношусь. Замани Трис, но родился в 93-м году. На какой улице живешь? На улице отличной. Почему инспектор Кот вышел в окно? Ну, потому что такая вот жизнь кошачья. У тебя есть канал в телеге? Нет канала в телеге. Читал Ницше. Привет, передай мне. Привет, передаю тебе, мэн. Почему нет? Съездил домой? Не, я не ездил. А это глаза вижу, и респектос. Правда будет батл с Джонни Боем? Но если он примет мой так называемый вызов, то конечно. Точно в директе ответишь? По Сигне, да, отвечу. Все, я продаю Сигне теперь, пацаны. Пацаны, девчонки, моя официальная позиция. Я живу в Питере, ношу реплики и продаю Сигны. Вот 3 кита, на которых держится сейчас Fallen MC и его хип-хоп движение. Еще раз. Живу в Питере, ношу реплики, продаю Сигны. Все, вопрос закрыт, я ничем больше не занимаюсь. Так, а ты вообще в Минске бываешь или будешь? По Сигне, конечно. Дневник Грача или Антизамай? Ну, не знаю, Дневник Грача, наверное. Букер Нигер теперь. Когда концерт в МСК? Я думаю, осенью, скорее всего. Как относишься к Гительману? Просто охуенно. Айсик Ван, встань, бам-бам-бам-бам. Антихайп. Вова Галат или Джонни Бой? Джонни Бой, конечно. Мерч антихайп некачественный, после нескольких стирок стерся принт. Ну, значит, я не знаю, чем его считаешь. Ой, стираешь, мэн, потому что я вот эту кофту, например, я 1 000 000 раз уже красил, стирал. Ни раз, ни два, ни три, даже ни 5, ни 6, наверное. И она, конечно, немножко побелела, но нормально. Фейсис от DCE, постриги букера, передай привет мудакам Крю. Мудакам Крю, как ко мне относишься? Нормально. Ты где?
Я ебашу на соплю, собираю по рублю за Россию. Я ебашу, словно матушка Гелю. Ты накуренный? Я не курю. А ты круче всех в антихайпе? Е, спасибо. Ну, тоже так всегда говорю, но никто почему-то в это не верит. Го в бассейн сходим, потом поиграем в гольф, а там и фитнес за горами. Мэн, ну хуй знает. Я в бассейн хожу только с людьми, у которых есть справка, что они ничем не болеют. Ну, сам понимаешь, да, в одной воде с ними находиться. Слишком много заразы может передаться, так что хуй знает. За Россию. Заусенцы на ладошках — это охуенно. Охуенно заусенцы на ладошках, да. Где купить? Охуенно всего — это говно под ногтями, на самом деле. Я хожу в туалет без... Нет, я не буду читать это, блядь. Когда батл с Джонни? Когда он ответит, я хочу батл с Джонни, просто пиздец. Сколько тебе лет? Мне 17. Как к Ян Граше относишься? Не знаю даже. Наверное, лучше, чем к рэперу Скворцу. Сколько сигна? В личку, мэн, напишу тебе, сколько сигна. Очень дорого, на самом деле. Ребят, мне кажется, вы не потянете. Как относишься к анонизму? Слушай, ну к подростковому нормально отношусь к анонизму. К подростковому вообще заебись. Так, я вот подросток, я дрочу каждый день, например. Не надоели мемы про туалеты и стуки? Очень надоели, очень давно надоели. Эшкере, бау, ты гей? Нет, я не гей, я традиционной ориентации, мне нравятся девушки. Я этим очень доволен. Ты вырезаешь за май? Нет, зачем? Мне очень нравится за май. Но я не гей все равно. На каждый коммент своя шутка. Джонни Гёрл же лучше тебя, нахуй тебе с ним батлить. Но я хочу сказать ему, что он круче меня, вот и все. Ты знаешь, что такое гуч? Не знаю. Любимая начинка в шаурме. Блять, в Купчино есть охуенная шаверма. Она, в общем, там еще с картофельными чипсами такими, немножко поджаристыми, и с морковкой корейской, блять. Это просто пизда. Я вот пару раз кушал. Просто пиздец, блять. Выбыл бы Мози. Да, конечно, Мози привлекательная женщина. Мне очень нравится. Метросексуал, чувак, и километросексуал. Е-е-е, генератор шуток виси, как МС. Я Ханза Май, нахуй твой играй. Ханза Май, нахуй твой играй. У тебя встает на Мози Монтану, конечно. Почему нет? Мози симпатичная сексуальная женщина. За кого на 140 BPM? Я за Гукилу ебаш, только за него. Просак или Гуч? Я не знаю, пацаны. Просак или Гуч, я хочу попить пойти чайку, так что я, наверное, завершаю трансляцию. Еще раз повторяю, что теперь я живу в Питере, хожу в свитере, ношу реплики, продаю сигны официально. Так что, если вам нужно вот что-нибудь из этого, то можете ко мне обратиться, и мы с вами порешаем, чуваки. Так что давайте. Всем респект.